Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Информ ТВ. Вечером 8 апреля под окнами дома на Зоологической улице Москвы полицейские нашли погибшего звезду шоу «Голос» Евгения Кунгурова. Евгений много лет отдал академическому вокалу и выступал на разных площадках. В 2012 году он попал в шоу «Голос» и дошел до финала. С тех пор активно гастролировал, а последние годы вел передачу «Романтика романса» на канале «Культура». Но мало кто знал о серьезных психологических проблемах, которые были у певца в течение нескольких лет. Как сейчас выяснилось, в прошлом году он 3 раза ложился на лечение в специальную клинику. Это подтвердил отец Кунгурова в интервью Малахову. Цитата. «Что-то его беспокоило сильно, но про онкологию это все глупости. В 2023 году он лежал в больнице 3 раза. Там куча всего было, заболеваний полно, но непонятно откуда возникло. Я видел его 7 числа последний раз. Он болел, болел очень сильно и просто не выдержал эту болезнь», сказал убитый горем мужчина. Родные, друзья и поклонники Кунгурова в шоке от произошедшего. Некоторые виделись с Евгением в конце марта и в начале апреля и подумать не могли, что он испытывал какие-то проблемы. Известный певец Владимир Брилев при этом признался, что это была не первая попытка Евгения уйти из жизни. По его словам, за это время он 2 раза пытался это сделать. Также стало известно, что эксперты-криминалисты, которые вскрыли квартиру, нашли след, который тянулся из ванны до балкона. Это была кровь.